Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь видеть вас в субботней школе с Заокским университетом. На протяжении целого квартала мы исследовали удивительную книгу ⁇ Послание к евреям ⁇ И сегодня у нас заключительный, завершающий урок, который я и мои коллеги вместе с вами попробуем рассмотреть. Называется наш урок ⁇ «Братолюбие между вами да пребывает». И эти слова одновременно являются и памятным стихом нашего урока, нашей заключительной темы. Это слова, которые записаны в 13 главе послания к евреям, первом стихе. Именно 13 глава и станет предметом нашего исследования. Но прежде чем мы перейдем к 13 главе, поскольку у нас урок завершающий, может быть, имеет смысл как-то обобщить очень коротко то, о чем мы говорили каждую неделю на протяжении этого уходящего квартала. И давайте мы вспомним, о чем все-таки послание к евреям. Вот какие основные темы, какие основные идеи автор этого послания пытается донести до своих читателей. Но мне кажется, основная идея была изложена в самой первой главе, когда мы только начинали этот квартал, и апостол Павел пытался и не пытался просто а представляет Бога Творца, который заботится о своем народе, который прежде всего хочет показать, что он не только заботится, но и является ходатаем, священником, первосвященником об этом народе и показать путь для того, чтобы оказаться в конечном итоге в числе спасенных. Да, на самом деле Иисус Христос является центром этого послания и этого пособия, потому что если вот нам посмотреть на 13 уроков и 13 позаголовков, то в 9 из них есть слово «Иисус». Это снова и снова подчеркивает важность этого великого имени. Да, ну, а... Если мы говорим о послании к евреям, то безусловно, как бы тут нет дискуссий по поводу того, что Иисус занимает центральное место в этом послании, но Иисус центральная фигура в послании к евреям не просто ради того, чтобы мы что-то узнали об Иисусе. А у автора есть совершенно конкретная цель. Он пытается решить ту проблему, с которой столкнулись верующие, верующие, которые э, стоят перед выбором, продолжать им идти тем путем, которым они следовали, до этого, будучи последователями Иисуса, или же в силу вот, сложившихся обстоятельств и трудностей отвернуться. И вот поэтому как бы, э, нам во всех красках и значимости представлена личности Иисуса и его служение, для того, чтобы у читающих не возникло ну, никакого сомнения, что вот именно за Иисуса-то и надо как раз-таки держаться. Если попытаться суммировать, не так давно мне попался хороший такой обзор, где весь послание к евреям, ну как бы призыв послания к евреям суммируется в трех глаголах «держитесь», «двигайтесь вперед», приступайте или приближайтесь. Вот как бы вот эти вот три призыва, они обобщают то, что автор желает сказать своим читателям. Ну, естественно, что все это связано с Иисусом. То есть держаться за Иисуса, приближаться к Иисусу, двигаться вместе с Ним или следуя Его примеру вперед. Спасибо большое. Спасибо за такой обзор. Действительно, мы видим, как послание к евреям – очень красиво и очень убедительно нам представлен Иисус Христос как наш Спаситель, как наш небесный первосвященник, который совершает служение нашего искупления в небесном святилище. И, в общем-то, то земное служение, которое люди могли наблюдать в то время, свидетелями которого они могли быть, о котором они читали в Ветхом Завете это служение, оно должно было направить взгляд людей на Иисуса Христа и привести его к спасению во Христе. Когда мы с вами подходим к 13 главе послания к евреям, последней главе этого письма, мы с вами видим, что эта глава, она наполнена очень практическими вещами очень практическими. Здесь говорится о братолюбии, здесь говорится о гостеприимстве, о помощи узникам, о супружеской верности и ряд других вопросов поднимается в этой главе, которые касаются того, что мы можем назвать практическим благочестием, такой вот повседневной христианской жизни. Как вам кажется, каким образом все эти вопросы связаны вот с такой, ну, наверное, глубоко богословской темой э, основной части послания к евреям. Когда автор э, обращает постоянно наше внимание на небо и говорит, вот то, что на небе, вот это главное, вот это настоящее, на да, то, что на земле, это тень всего лишь, это лишь образ да, того истинного, что находится на небесах, где Христос совершает свое служение, и потом он... Э, в конце концов обращается к вопросам исключительно земным, да, носящим такой земной характер. Вот как, как эти две, э, два момента связаны? С одной стороны, богословие небесного святилища, а с другой стороны, э, такие вот практические вопросы христианской жизни. Ну, э, богословие небесного святилища ведет к тому, что в 12 главе делается призыв «смотрите, не отвергните говорящего». Вам. И 12 глава завершается э, такими словами, что «будем с трепетом благоговейным благодарить Бога и служить Ему так, как Он того хочет». То есть раз Иисус, вот, небесный первосвященник, по чину Мелхиседека, ни с кем не сравнимый, значит, э, извечный, образ ипостаси, как сказано в начале. То есть раз наш вот вождь и лидер вот такой вот, значит, от нас ожидается определенный образ жизни. Вот интересно, что в новом переводе, подготовленном Институтом перевода Библии в Заокском, 13 глава начинается с заголовка, который звучит следующим образом. «Угодное Богу служение». То есть как бы это показывает как раз-таки вот взаимосвязь 13 главы с предыдущей 12. -й. 12 -й заканчивается общим воззванием. «Будем служить Богу так, как он того хочет. А как он хочет? И вот 13 глава вот на конкретных э, примерах показывает, а как Бог хочет, чтобы ему э, служили. И это связано как раз таки вот с братолюбием, гостеприимством, супружеской верностью, э, уважительным отношением к наставникам ну, и так далее. Спасибо. Пожалуй, еще один аспект связи благочестивой жизни и служение Иисуса Христа в Небесном Святилище — это близость Второго пришествия Иисуса Христа. Иисус Христос совершал самые различные фазы служения. Было время, когда в ветхозаветнее время в символах служения в Скинии и затем в храме указывали на Иисуса Христа. Настала полнота времени, когда сам Иисус Христос пришел в этот мир и принес себя в жертву. А затем настал последний период служения Иисуса Христа, вот это служение Иисуса Христа в небесном святилище в качестве посредника и ходатая. Это последний период служения Иисуса Христа для жителей этого мира перед его вторым пришествием Иисуса Христа. Поэтому апостол обращается к верующим и говорит, что и неоднократно мы встречаем в этом послании, когда он говорит о том, что близость прихода Господня очень скоро. Поэтому вы должны отдать свою жизнь на служение Ему и жить благочестивой жизнью. Мне кажется, очень символически, что последняя глава — это практическое христианство. Если мы говорим о богословии книги «Послание апостола Павла к евреям», и вот там эти высокие такие материи, достаточно серьезные истинные который мы рассматриваем как Христа первосвященника, то заканчивается практической частью. Вот смотрите, то же самое, что сказал Антон Анатольевич, да? Смотрите, каким образом мы должны прожить нашу жизнь. Вот если вы принимаете Христа как своего Спасителя, если вы действительно верите в Него как первосвященника, который сегодня совершает служение за вас в Небесном Святилище, то ваша жизнь должна быть именно вот такой. Да, мне кажется, этот важный момент мы очень часто, когда говорим о первосвященническом служении Христа, то связываем эту деятельность с вот окончательным вердиктом, который будет вынесен, то есть осуждение или оправдание. Как бы вот мы переносим это вот опять же в область неба. А на самом деле здесь показано, что тот факт, что Иисус первосвященник, оно влияет на повседневную жизнь человека. Вот значимость первосвященнического служения Христа. Это вдохновляет нас на соответствующую христианскую жизнь. Очень интересно получается, то служение, которое Христос совершает в небесном святилище, оно имеет прямое отношение к тому, что происходит здесь на этой земле, то есть это не что-то оторванное от нас, от нашей повседневности, от нашего мира, потому что иногда возникает такое ощущение: ну да, Христос где-то вот ходатайствует за меня в небе, а я тут как бы сам по себе. Мы видим, что нет, и э, тот вывод, да, э, который мы должны сделать э, из того, что Христос э, совершает свое служение там этот вывод, он должен каким-то образом отразиться в нашей жизни. Каким образом он должен отразиться? Давайте посмотрим на некоторые аспекты вот этой жизни христианской, этого практического благочестия, которое здесь в 13 главе представлено. Давайте прочитаем первый стих, который избран в качестве памятного для нашего урока. «Да не угаснет никогда братская любовь, не угаснет никогда братская любовь. А, так звучит этот текст в современном переводе. А, вообще, почему, как вам кажется, возникает такая необходимость говорить христианам о братской любви? То есть это, наверное, самое естественное, что ожидается от человека верующего, что он будет любить братьев и сестер. А зачем об этом упоминать? Почему это важно? Мне почему-то вспомнилось вот сейчас слова Иисуса из 24 главы Евангелия от Матфея, когда Он сказал, что описывая то, с чем верующие столкнутся, в преддверии его возвращения, с теми гонениями, он говорит, и по причине умножения беззакония во многих охладеет. Любовь. И он говорит о том, что не только люди чужие будут предавать, но предательство станет чертой, которая характеризует и жизнь братьев верующих. Поэтому мне кажется, если мы помним, о чем говорится в послании к евреям, о тех трудностях, с которыми столкнулись, явно, что то, о чем здесь говорится, это ну, не, не выдуманная, не гипотетическая э, ситуация. Говорится о том, что в 10 главе мы раньше разбирали, читали, что э, люди лишились своего имущества, э, столкнулись с целым рядом трудностей, и вот эти вот призывы к терпению, они не случайны. То есть в этих обстоятельствах как раз-таки, когда вот... Э, Верующие сталкиваются с давлением, очень сильным давлением извне, когда есть опасность, вот, ну, что тебя будут показывать пальцем, там, стигмизировать, то вот, как бы, огонь хри христианской братской любви очень легко может потухнуть. Поэтому как раз-таки вот с, с этого и начинается. Да, а каким образом, вот как вам кажется, должна эта любовь проявляться и выражаться? Ну, всегда легко, наверное, сказать, да, я люблю э -э, своих братьев. Э -э, но что делать, например, если э -э, братья как-то неправильно себя ведут, э -э, не так, как надо, ну, с моей точки зрения, как-то по-другому поступает. Вот как, как мне эту любовь проявлять? Апостол Павел как-то говорил Носите времена друг другу». Uh -huh. То есть, когда мы читаем другие послания, это напутствие для верующих того времени, и, конечно же, они актуальны и сегодня, потому что природа человека не меняется, то мы находим, что среди христиан в одной же самой церкви было немало проблем. И когда человек ведет себя соответствующим образом, когда человек говорит тебе хорошие слова, ну, можно такого человека любить. Ну а вот когда человек, ну, скажем так, с точки зрения кого-то ведет себя неадекватно, или, может быть, ему что-то в тебе не нравится, или еще как-то выражает несогласие с чем-то, вот как к такому христианину относиться? И вот действительно, это не просто, и апостол Павел говорит, носите бремена друг друга. Да, это не просто, это сложно, но Господь призывает нас вот к этой принципиальной божественной любви, чтобы мы входили в положение другого человека и проявляли христианскую любовь ко всем людям, и включая таких неудобных людей. Мне кажется, очень важно, и Павел, написав эти слова, помнил то, что однажды сказал Иисус Христос. Он сказал, «Потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот отличительной чертой вот этого братства церкви всегда была, есть и останется любовь. И если мы не научимся проявлять любовь к братьям, носить бремена, как говорит Силат Васильевич, то для мира это не будет той проповедью, на которую рассчитывал Господь, когда создавал свою церковь здесь на земле. Ну вот я размышляю над этим вопросом, вспомнил несколько призывов, которые в самом послании к евреям встречаются. Первый — это в 3 главе, в 13 стихе. Мне кажется, вот я как раз эти призывы и конкретизируют, что значит «любить» э, братьев. Вот 3.13. «Наставляйте друг друга каждый день, чтобы никто из вас не стал своевольным» обольщаясь грехом. То есть братолюбие подразумевает, что мы наставляем друг Поддерживать друга. Поддерживать друг друга. Потом в 10 главе, вот интересно, будем внимательны друг к другу, поощряя один другого к любви и добрым. Дела. То есть э, не только наставлять, но еще и поощрять к тому, чтобы проявляли любовь и творили добрые дела. А вот еще один интересный призыв это тоже 10 -я глава. Я до этого прочитал 24 стих, а теперь 25. И это тоже проявление любви, как ни странно, братской любви. Не станем же оставлять собраний наших. Как это у некоторых в привычку вошло? Ведь мы должны ободрять друг друга. Тем больше нуждаемся мы в этом, чем ближе становится, как и сами вы видите, день Господень. То есть оказывается, ну как бы собираться вместе или как раньше говорить, да, говорили, идти в собрание, это тоже проявление братолюбия. Не только наше поклонение Богу, но и проявление братской любви. Но это очень актуально, потому что иногда в современной церкви можно встречать даже людей, христиан, которые оставляют собрание и говорят, я не хочу идти, поскольку там вот это, та сестра или тот брат будут в общине. А вот как раз это очень актуально. Если ты не можешь научиться идти как раз, когда тот есть, кто э, причинил тебе боль, вот и, вот и надо учиться вот этому братолюбию. Ну, да. ну да. И можно любить всех, сидя дома. Да, да, да. Хорошо, но Иисус дал интересный принцип в Евангелии от Матфея, в 18 главе он изложен, нам хорошо известен, о том, как поступать с братом согрешающим против нас. И вот там определенные шаги представлены, и в конце сказано, что если он уже церкви не послушает этот человек, то будет пусть тебе как язычник и мытарь. То есть э, любить братьев с любовью к братьям более или менее понятно. Все-таки это наши братья, да, это люди близкие, которых мы знаем. А вот э, нужно ли христианам любить язычников, э, и мытарей, и, скажем, людей чужих и посторонних? Но для этого достаточно посмотреть на образ Христа в Евангелии. И когда мы смотрим на нашего Спасителя, на тот пример, который вставил Он нам, а его пример иногда людей просто вводил в шок, даже достаточно вспомнить его беседа с Самарянкой у колодца, да, потому что для учеников Иисуса Христа эта женщина была как раз одной из таких mm -hmm. язычниц, вот. И он как раз показал нам пример, что любовь и не только он, все священное Писание показывает нам посредством Святого Духа, что Бог солнце каждый день восходит над праведными и неправедными. И, соответственно, мы здесь рождены для того, чтобы даровать эту любовь для всех людей. Потому что именно даря любовь этому погибающему миру, мы привлекаем через эту любовь людей к Спасителю. А давайте мы прочитаем второй стих 13 главы. «Не забывайте оказывать гостеприимство, живя так иные, сами того не ведая, даже ангелов принимали у себя». Спасибо большое. Вот э, гостеприимство, да? В чем, в чем различие между братолюбием и гостеприимством? Мы же братьев наших и сестер тоже в гости зовем, принимаем у себя. Да, ну вот э, у нас сегодня э, на слуху такое слово, э, имеющее греческое происхождение, как «ксенофобия». Mm -hmm то есть боязнь чужого. А вот здесь вот, когда апостол Павел говорит, не забывайте оказывать гостеприимство, вот слово гостеприимство, переведенное в данном случае, это слово филоксения. То есть вот тот, кто сейчас вот слышит, может заметить, что есть некое сходство. Вот ксенос по-гречески это чужой. То есть в данном случае апостол Павел говорит не просто о проявлении уважения к нашим братьям, а ну, и сестрам. А он говорит о принятии чужих, то есть вот любовь к чужим, гостеприимство буквально, вот если перевести эту фразу, это любовь к чужим. Это могут быть братья там из другого города, из другой страны, но могут быть и абсолютно чужды нам люди. И вот эта вот любовь к чужим, она Полная противоположность тому, что нередко мы сегодня наблюдаем, вот на таком на бытовом уровне, очень часто, вот эта боязнь чужого ксенофобии. Вот люди живут и это можно вот ну, допустим в большом доме люди живут появляется новый человек, который ну, скажем не славянской внешности да и уже все это как как-то начинают настороженно смотреть вот выяснять, если еще окажется, что он допустим не просто арендует, а купил квартиру вот в этом доме, то еще больше зачем такой сегодня соседи? мы дошли до того, что вот эта боязнь, мы боимся даже проявить гостеприимство, когда человек стоит на, на улице, голосует. Раньше э, человек останавливает машину, и всегда остановишься, подвезешь. А сегодня, даже общаясь с друзьями, иной говорит, «Слушай, не знаешь, остановиться или нет, потому что вот так остановишься, и тебя там эти бандиты или еще кто-нибудь из машины выкинут, машину заберут». Сегодня, может быть, в меньшей степени это, но были 90-е годы, когда это было э, так распространено. Поэтому, ну на самом деле, я вижу, что реже стали люди останавливаться. Вот это, а оно, это тоже является гостеприимством, когда ты предлагаешь свой автомобиль человеку абсолютно чужому на трассе подъехать, куда он просит, чтобы его подвезли. Тогда, когда апостол писал, было актуально, потому что были люди, которые не были устроены в жизни, не имели своего жилья или постоянного места жительства. Были и странствующие проповедники, и можно было нередко встретить, ну, скажем, чужого, незнакомого человека. Поэтому апостол призывает христиан, чтобы они проявляли странолюбие, гостеприимство и приглашали таких людей к себе в дом поесть, переночевать. Ну и не только. Мы сейчас читаем послание к евреям, здесь описывается время первого века, когда мы читаем о жизни и служении основателей церкви адвентистов седьмого дня в XIX веке мы тоже читаем, что было много людей неустроенных в жизни, которые нуждались в помощи, было много странствующих проповедников и даже когда мы читаем опыты и жизни основателей церкви адвентистов седьмого дня, мы находим, что они открывали свои дома и у них жило много незнакомых чужих людей. Таким образом оказывали гостеприимство и исполняли вот то, что написано здесь. Спасибо большое. В да, действительно, это актуально и сегодня, в наш век кодовых замков, железных дверей, домофонов, когда не так просто попасть кому-то в дом со стороны. И очень важно, чтобы мы тоже могли проявить гостеприимство и принять тех, кто особенно нуждается в этом, проявив тем самым любовь к ним, да, как Анатолий Анатольевич заметил, да, здесь тоже говорится о любви, а так же как и братолюбие у нас это Филадельфия, да, а здесь у нас филоксения, то есть еще одна форма любви уже к людям, может быть, которых мы не так хорошо знаем. А, Но ну, на этом не останавливается, мы видим, апостол, он предлагает еще один шаг сделать дальше. Давайте третий стих прочитаем. Помните узников? Как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находились в теле. Спасибо. Помните узников. То есть, хорошо, любить братьев, это, в общем-то, понятно, и никто из нас не будет с этим спорить. Оказывать гостеприимство, да, мы видим, что это тоже, в общем-то, важный момент, тем более здесь приводится такой пример, что некоторые ангелов принимали сами, об этом не знаю, то есть это может обернуться определенными благословениями. А, каким образом мы можем помнить узников то есть очевидно, что здесь не говорится просто о том, что мы должны думать о них да, периодически вспоминать, а вот кто-то есть люди которые в тюрьме находятся да. Что значит помнить об узниках? вот не знаю когда я читаю этот текст у мне на память сразу приходит опять же, Слова Христа о том, что Он пришел взыскать и спасти погибшее. И узники это как раз те люди, которые находятся среди погибающих людей, которые совершили те или иные преступления, вот. и наверняка они находятся сегодня в местах заключения. Но ведь есть и те узники, которые совершили преступления, но и в те времена были узники, Которые пострадали за веру. может это о них только написано, что их нужно помнить. Но, вот, не знаю, к счастью или к сожалению, здесь апостол Павел не уточняет: он говорит просто mm -hmm. о бузниках, да, которые находятся, как если бы вы были вместе с ними. Хотя, вот видите, вот этот как если бы вы были вместе с ними, а он обращается к верующим людям, немножечко все-таки дает нам понимание того, что в большей степени, конечно же, касается узников, которые страдают за веру. Но опять же слова Христа, что Он пришел спасти и взыскать погибших, относятся к всем людям, которые находятся сегодня в местах лишения свободы. И тем, которые страдают за веру, и тем, наверное, которые пострадали из-за того, что ну, не пострадали, а получают заслуженное возмездие, наверное, со стороны государства за то, что они приступили закон. Но вот, нужно ко всем к ним относиться с любовью. Апостол здесь говорит, как бы и вы с ними были. Да, в то время христианам было жить непросто. Их не любили, больше того ненавидели. Они были осуждены очень часто несправедливо, нередко через ложное свидетельство. И как бы апостол говорит, что вы тоже можете оказаться на их месте. Поэтому помнить это не значит... Не забывать о них, а оказывать их, им, им помощь, навещать их там в тюрьме, где они находятся, и оказывать им помощь ту, в которой они нуждаются, будь то в одежде, в пище, и даже вообще психологической поддержке человек нуждается, когда он в лишении, когда его осудили тем более несправедливо. В 10 главе, в 3-4 стихе говорится о том, что вы узникам сострадали. И порой вас самих выставляли, написано, на публичное поношение, подвергали мучениям. То есть вот как бы, видимо, это каким-то образом связано. По принципу, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Mm -hmm. То есть если ты пришел к человеку, заключенному в темнице... Опять же, мы должны понимать, что в древности не было вот в современном понимании тюрем, то есть э, человека в тюрьме держали только до времени суда. После этого либо на каторгу, либо на галер, либо... Э на казни, и все. То, как бы. то есть следственный изолятор. Да, то есть, да, это что-то наподобие следственного изолятора. Но мне кажется, вот здесь вот, в 13 главе, в 3 стихе, есть намек на то, что имеется в виду более широкая категория, то есть не только верующие угу. христиане, потому что в качестве обоснования вот приводится следующее, поскольку и вы сами в теле. То есть не поскольку вы тоже верующие, не, не поскольку они страдают за Христа. А помните об узниках, Поскольку и вы сами в теле, то есть как бы э, вот этот общий знаменатель, который объединяет нас с этими людьми, это то, что и они, mm -hmm. и мы, вот э, мы, мы люди, слабые, немощные, вот как есть такая же пословица, да, от сумы и тюрьмы э, не это, зарекайся. Да, говорить. это точно так же, как, знаете, во времена сталинских репрессий э, были политзаключенные, да, и были... Люди, а среди политзаключенных сидели и люди, которые верили в Бога да, и пострадали за веру. Атеисты но, были. Да, но были и другие, конечно. Да, наверное, если мы посмотрим на, это, на этот призыв как на продолжение того, о чем апостол здесь говорит, и объединим его вот с призывом к братолюбию, к гостеприимству – то, наверное, действительно мы увидим, что узники здесь должны пониматься в более широком смысле, поскольку автор пишет, что христиане должны практиковать филадельфию, то есть братскую любовь, филоксинию, то есть любовь к сторонним людям. И узники, они могут быть как братьями, то есть членами общины, которые страдают за свою веру и подвергаются преследованиям и гонениям. И в то же самое время это могут быть люди посторонние, может быть действительно преступники, нарушившие закон, но поскольку они люди, они также заслуживают сострадания и, и поддержки. Тем более, что история знает немало примеров, когда верующие люди оказывались в местах лишения свободы за веру своей жизнью, своим образом жизни и свидетельством. Обращали таких закоренелых преступников, которых, наверное, уже давно махнули рукой и сказали, что Горбатова могила исправит. Mm -hmm. А эти люди, принимая Господа Иисуса Христа как Спасителя в этих местах лишения свободы, потом становились такими искренними, посвященными верующими людьми. Mm -hmm. Спасибо большое. Вот в этой первой части 13 главы автор э, призывает э, христиан что-то делать. Да. Дальше, в последующих стихах, Он предостерегает их от каких-то вещей, которые не нужно делать. Давайте мы прочитаем 4, 5 и 6 стихи. Да будут чтимы у вас узы брака, и непорочно пусть будет брачная ложа ваша, блудников же и прелюбодеев будет судить сам Бог. Не будьте падки на деньги, довольствуйтесь тем, что имеете. Бог ведь заверил, никогда не забуду тебя и в беде тебя не оставлю мы смело говорим поэтому, Господь мне помощник, и нечего мне бояться, что сделает мне человек. Спасибо большое. Супружеская неверность и сребролюбие. Здесь Апостол пишет это в целях профилактики просто, то есть на всякий случай, или же действительно такие проблемы могли существовать в церкви? в ранней тем более церкви. Ну, когда апостол Павел в послании к Ефесянам пишет «мужья любите жен», то он это делает не потому, что мужья лупили жен. Вот. То есть, конечно же, есть как бы такой общий характер у данного увещевания. Mm -hmm. То есть, ну, лично я не склонен думать, что там, значительная часть церкви уже была на грани того, чтобы пасть в распутство но это такой достаточно распространенный порог точно так же как часто мы сегодня когда пытаемся вот обрисовать чем характеризуется мир мы тоже э, апеллируем к его нравственной распущенности и прежде всего что касается э, брачных уст то есть насколько они зыбкие и шатки в то же самое время это указывает на то э, насколько в христианском понимании брак важен и насколько в христианском понимании брак это отражение нашего ученичества. То есть, для, читая Новый Завет, мы видим, что то, как человек живет в семье, то, как он выстраивает отношения с женой или с мужем, с детьми или с родителями, это отражает то, каким он является христианин. Спасибо. Но мы не должны забывать, что апостол Павел писал во времена Римской империи. А нравы, которые существовали в то время, и в отношении также распущенности, которые царили. Поэтому вполне возможно, что он пишет им с увещеванием тому, что не надо смотреть на то, что вас окружает. Вы должны жить по совершенно по другим принципам. Тем более, что это же послание к евреям. Они, это люди, которые вышли из иудаизма, где было особое отношение к браку. И вполне возможно, что могло получиться и так, что люди, которые принимали Христа, могли как-то, чтобы они не сбились с пути, может быть, так. Апостол Павел их четко очень наставляет. Давайте. То есть, может быть, кто-то думает, что раз мы уже свободны от вот этого земного ритуала, да, может быть, мы свободны от нравственных каких-то норм. Да? И он их приводит в чувство таким образом. Хорошо. И вот еще один интересный момент здесь есть. Седьмой стих и 17-18 стихи. Давайте их также прочитаем наставников ваших не забывайте, которые возвещали вам Слово Божие. Помня, как жили и как умирали они, подражайте вере их. Повинуйтесь наставникам вашим и слушайтесь их, ибо они пекутся о вас, как пастыри, коим предстоит дать отчет о своем служении. Старайтесь все делать так, чтобы их забота о вас была радостью для них, а не бременем, ибо последнее не принесет вам пользы. Спасибо. Вот здесь Апостол призывает помнить наставников, которые возвещали Слово Божие, и он же призывает повиноваться наставникам, которые служат сейчас, то есть, можно сказать, следующему поколению. Вот какая связь между памятью и послушанием в данном случае? И вообще, может ли авторитет передаваться от одного наставника к другому? То есть, вот есть предшествующее поколение наставников, да, передается ли авторитет к следующему поколению? Знаете, Или... как, есть такое выражение, Новый страна, карта. которая не знает своей истории, не чтит свою историю, у нее нет будущего. Точно так же и церковь, которая не помнит своей истории, которая не ценит тех людей, которые ä, приложили усилия, которые отдавали свою жизнь, тоже можно сказать, у нее нет будущего, потому что должна быть особая преемственность поколений. И вот Учитывая современные особенно нравы, я думаю, это очень актуальные слова апостола Павла, мы должны смотреть на тех людей, которые не только смотреть, помнить и рассказывать о том, что делали отцы, да, наши деды. Мне вспоминается потрясающая молитва на неделе, которую проводил один из пионеров, можно сказать, здесь, в Советском Союзе, адвентизма, к которому пригласились Молдовы. Да? И вот он рассказывал, как вот в эти старые такие, те, те годы такого воинствующего атеизма, как они перевозили Библию, я видел, как наши ребята, молодые, смотрели будущие пасторы, через что приходилось пройти. Сегодня в голове не укладывается, что это за то, что ты перевез Библию, тебя могли посадить в тюрьму. Но об этом важно говорить что и важно почитать этих людей. Таким образом, когда. Эти служители, молодые служители будут совершать служение, они таким образом сохраняют вот эту преемственность. Наставники — это люди, которые духовно заботятся о пастве. Как правило, это духовные люди, особые люди и влиятельные люди. Тем более, когда мы читаем в посланиях, здесь мы находим указания, каким образом выбирать этих людей. Это должны быть люди, которые соответствуют определенным критериям и нормам. Поэтому эти люди имели свое влияние, и они имели особые опыты. Важно, вот как Борис Геннадьевич сказал, помнить об наставниках, о тех, кто был в прошлом, чтобы вспомнить вот те опыты и посмотреть, как Господь вел церковь через этих людей и извлечь для себя соответствующие уроки. И это может вдохновить нас, научить нас дальше продолжать жизнь в наше время. Мы говорили с вами о том, что послание к евреям написано об Иисусе Христе и Личность Христа является центром этого послания. 13 глава это тоже не исключение. Здесь также в центре находится Иисус Христос. И автор сравнивает жертву Христа с Ветхозаветными жертвами за грех, говоря о том, что Христос также пострадал вне стана. И это было совсем не почетно, это было позорно в глазах людей. Но он призывает нас, следующих за Христом, также выйти к нему за стан, не бояться понести и разделить вот этот позор, это поругание вместе с ним, потому что это та часть нашей жизни христианской, которую Господь от нас ожидает. Помни об этом, продолжая исследовать Слово Божие, мы будем искать Господа, мы будем искать общение с Ним, мы будем искать познание Его. И мне хотелось бы пожелать всем вам, дорогие друзья, те слова, которые записаны в конце послания к евреям в 20 и 21 стихах 13 главы. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле» к исполнению воли Его, производя в вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Пусть Господь всех вас благословит и до встречи в следующем квартале.